24 августа – особая дата в новейшей истории государства Украины. Именно 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики принял акт о провозглашении независимости Украины. Что прошло с тех пор? Ведь на референдуме в том же 1991 году почти 80% населения отдало свои голоса за то, чтобы Украина всегда оставалась независимой, самостоятельной и суверенной державой. А что произошло за эти 21 год? Изменилось ли государство? Изменилось ли общество? Смогли ли мы построить новую Украину, новую систему взаимоотношений между властью, обществом, гражданами Украины? 21 год назад родилось то поколение, которое сегодня является ровесниками независимого государства Украины. По последним опросам одной из социологических служб Украины, 82% населения Украины считают себя патриотами и открыто об этом заявляют. 90% не хотят, категорически не хотят, чтобы наше государство делилось. Они настаивают на территориальной целостности. И все-таки та же неумолимая статистика говорит и еще об одной цифре. Несмотря на то, что среди молодежи 34% украинцев считают себя патриотами и гордятся тем, что они родились в Украине, 800 тысяч подали заявки на получение грин-карт. 800 тысяч молодых, активных, креативных ребят, молодых людей хотят покинуть наше государство. Почему? Почему День независимости Украины не стал традиционным семейным праздником для сотен тысяч украинских семей? Почему 24 августа, День независимости Украины, миллионы трудовых мигрантов встречают не в своих семьях, а по практически 120 странах мира? Сегодняшнее поколение ровесников государства Украины становится полноправными, активными членами нашего общества. И многие из них хотят покинуть государство. Почему? Неужели там, в других странах, будет легче начать все с нуля? Будет легче преодолевать новые трудности, языковой барьер и очень-очень много всего остального? Почему в Украине они не остаются? Почему здесь им тяжело творить? Им тяжело создавать свое новое? Им тяжело строить свои семьи, свое будущее? 800 тысяч молодых граждан Украины сказали этой власти, что они не хотят жить ни в этой экономической системе, ни с этими политиками, ни с этой стабильностью, о которой они говорят. 800 тысяч молодых украинцев хотят покинуть эту страну, хотят работать и творить не для Украины и не для ее блага. Общественное движение «Украинский выбор» начинает этот внутренний, общественный, гражданский разговор, обсуждение вопросов и проблем, которые действительно волнуют общество. Это вопросы взаимодействия по линии власть и общество. Мы многое говорим о том, что нас не слышат политики, к нам не прислушиваются, мы никому не нужны. А что мы можем сами? Можем ли мы сделать пространство позитивных изменений вокруг себя? Можем ли начать с себя? Не просто можем, умеем и должны. Мне бы хотелось, чтобы День независимости Украины стал семейным и традиционным праздником для всех украинцев, а не только для 17% украинцев, которые его признают праздником семейным только сегодня. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас, понимая важность этого момента, сделал свой украинский выбор. На вопрос «Кто я?» 61% опрошенных ответили «Я гражданин Украины». Сегодня, 24 августа, день рождения нашего государства. И это день рождения каждого из нас, граждан Украины. Светлана Кушнир, специально для сайта «Украинский выбор».